Жители Комсомольского микрорайона получили в подарок новый футбольный крытый манеж. Владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий вложил в создание спортивного комплекса около 30 миллионов рублей. Ход строительства контролировала лично председатель городского парламента Вера Галушко. Работы длились около 4 месяцев. Футбольный «Краснодар» открыл 12-й в городе тренировочный комплекс. Здесь смогут заниматься футболом мальчики от 5 до 12 лет. Все это совершенно бесплатно. Родителям достаточно предоставить медицинскую справку. С открытием будущих футболистов поздравил и вратарь черно-зеленых Станислав Критюк. На территории спортивной площадки возвели и детскую игровую зону. Вот здесь был, по сути дела, неухоженное место, рассадник потенциальных правонарушителей и преступников. Сейчас это место, во-первых, оно оборудовано видеокамерами, благоустроено. Детки могут заниматься физическим развитием. Взрослые могут прийти тоже позаниматься и на турниках, и погонять мяч. Это уже третья спортивная площадка в Карасунском округе. Депутаты городской думы планируют в следующем году открыть также на территории района и новый бульвар по улице Сормовской.